Дан старт первого заезда. Бег со старта повела Монро. На втором месте Эдгар Лав. Далее Санчес. Отстал Неймар. Бег везет Монро. Сбоили Эдгар Лав и Санчес. 31,6 пройдено первая четверть дистанции. Бег ведет Монро. В нескольких корпусах у них второй номер Эдгар Лав. Далее с просветом Санчес. Задний Неймар. Подходит к отметке второй четверти. Вторая четверть пройдена за 35,8 секунды. Бег по-прежнему ведет Монро. Далее Эдгар Лав. Бег ведет Монро. Далее Эдгар Лав. На третьем месте Эдгар Че. Далее Санчес. Подходит к отметке третья четверть. Бег по-прежнему ведет на Монро. Третья четверть пройдена за 33,6 секунды. Лошади выходят на финишную прямую. Бег ведет, уверенно ведет Монро. Монро, Эдгар Лав. Неймар Че, Санчес.